Машина еле тянет. Нива 4 на 4 еле-еле потянула. Но мы идем, не сдаемся. Всем привет. По-моему, вот эта гора называется, ну, вершина горы, вот она остроконечная. Это то есть тот самый Пекене. Вот он с ледником. Ледник Пекене или снежник, там, я не знаю, наверное, ледник официально он значится, как вот это Пекене. Что справа мы прошли, не показали вам ничего, наверное. Ну, спросим у лесников, сейчас дойдем до будочки, спросим, потом вам расскажем. Не знаем информации, там у них карта должна быть, посмотрим, расскажем. Вот Ванюшка мой движется. Вверх, Ваня, помаши ручкой. Халявулю, салям алейкум. Вот движемся, дошли до Русской Поляны, до КПП. А там хочу показать вам водопад. А вот он, наверное, видно, может быть, вам. Вот это пик Ине, вершина горы. Вот она, пик Ине. А это его ледник, ледник вершины пик Ине. Это с него падает водопад. Вот эта гора, дальше узнали название, Театральная. Вот она, Театральная. Как бы. Ну, а там уже не видно дальше. Там был Джугутурлучат и Белолакая, наверное, там, да. Нет, вот это Джугутурлучат. А дальше там Театральная и Белолакая. А Домбай, он сам вон он, гора. Домбай-Ульген. Убитый зубр. Переводится. По-моему, так. Ну, все, до следующего ролика. Пока-пока. Так, ничего не видно. Солнце. Небо голубое, голубое. Солнце. Приближаемся к вершине горы Домбай-Ульген. Это вот она слева по курсу, вот сюда. Так, вот Ванечка. А вот тут я хотела вам увеличить, приблизить водопад. Это, вот это, по-моему, как вершина горы Джугутурлучат. Вот это. А вот это, наверное, ее водопад. Сейчас я его, если найду, я вам его попытаюсь приблизить. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Вот он. Вот так вот. Топаем дальше по нитке маршрута. Всем привет. А вот река Домбай. Домбай-Ульген. Бирюзовая, бирюзовая, изумрудная. Прозрачное дно видно. Какие красивые реки. Карачаево-Черкесии. Вообще. А нам идти все вон туда, в сторону юга, в сторону Абхазии идем. Это все главный Кавказский хребет. Движемся строго на юг, в сторону Абхазии, к своему водопаду Чучхурскому. А водопадов здесь много. И вот какой-то перед глазами. То есть я не знаю уже сколько. Может штук 6 уже насчитали, да, Вань? Много водопадов здесь. Ну, идти периодически по лесу, периодически без леса. Поэтому как-то движемся. А вот это все хребет Муса-Читара, который, по которому тянутся из Домбая 5 канаток. На вершине они. Ну, их отсюда канатки не видно. Мы уже очень далеко от Домбая. Ну, да. Все, всем до связи.